Эх, Таня, Матаня. Всем привет! Это Таня Матаня. Мы приехали к нашим родным, любимым, бабушке, дедушке, гостим и смотрите наши первые дни отдыха, наши впечатления, как мы поедаем ягоду и начало нашего отдыха, к которому мы ехали тысячи километров. Идем, идем, идем. Вот сюда. Идем. Толкай. Ну, открывай. Не бойся. Ну, тут... И щенок, и баба, и дед, и все. Все тебя ждут. Последние штрихи наводят. А, красоты, здорово, дед. Видишь? Да, кепку тебе больше. Покажи ей. Ой, она что, боишься собачки? Да, да, так Костя не боится. Привет. Леди, иди скорей. Иди, леди. Леди. Она леди. Уже перевернул. Леди. У нас только впечатление. Леди. Нет, это она, не будет. Леди. Медаль. Да, погнали. Хороший. Сам ручки вы. Ее можно трогать, да, это своя собачка. Она, правда, иногда, знаете как, она... Ну, это она так играет. Туфли оставлять нельзя. Здорово, что ли? Ну, что ли? Ну, мои хорошие. Ну, что ли? Дима кушает? Да. Что Дима кушает? Что это за фрукты такие? Это назад фрукты, потому что назад черешни. Черешня. Что такое черешня? Черешня растет на дереве, да? Да. Поэтому это фрукты? Сюда ложу. Это мы вот столько съели. Да, косточка. Косточка, мы ее выдавливаем, видите? Я выковыриваю. Выковыриваю, да. А потом мы ее едим. И домашним кислым молочком заедаем, да? Вкусно, что ли? Еще одна черешня. Вкусная? Да. Да. Еще бы. Ну, а ложечку-то положи. В рот. Чё же одну ягодку только? Не хватит. Хватит? Наелся? Ну, хватит так, хватит. Окошко. Как тебя звать-то, скажи мне. Как тебя зовут, скажи бабе. Дима. Дима. Дима меня зовут. А ты куда труба? Труба там. Так, ну все, рассматривай все. Все ли в порядке здесь? Труба там, так же. Налетело, сколько же надо побить. Он почитает книжку. Какую книжку? Где ты книжку-то ты увидел? Большой вырос. Да, баба. Вот, про вот этот вот мячик. Вот. Про Таню. Вот это можешь сам прочитать? Наша Таня. Воронка плачет. А дальше что? Воронила в лес. В леску мячик. Угу. Тише. Танечка, убрать. Утонет в леску.
Ай, молодец. А давай про Мишку еще. Вот. Уронили. Вот эту. Давай еще вот эту. Нет. А, ну давай про лошадку я люблю. Давай. Давай. Залез. Чахнешь? Вот сюда можно наложить. Ты себе. Вон для чего, оказывается, эта штука. Чтобы наложить. Вот, видишь, пригодились и маленькие эти. Как Монпансье, как раньше они были, помнишь? Даже не вижу. Давай, ты ругаешься, Дим. Ты сразу бегал. Димуш, разбегайся. Побежали. Городские жители всегда отличались от сельских. Я уже несколько раз приезжаю на побывку к бабушке и привожу своих внуков. Детство я провела в деревне, и все равно мне тяжело здесь. Все по-другому. Поэтому я решила в этом году сделать цикл «Городские в деревне». Я уже запланировала где-то 10 серий, наснимала уже очень много материала. Я думаю, будет интересно. Смотрите про мой быт, как я здесь, чему удивляюсь. Смотрите вместе со мной мою деревню.